Леша, надо выпрямиться пораньше, тогда ровно встанешь. Ты зачем перекручиваешь? Это же поворот, а не винт. Убирай маму. Хотя, ну, может быть, меньше. Какие же? Руками вверх встать. Слава, ты много очень без дела прыгаешь. Надо прыгнуть вверх, а не вниз. Потянуться вверх обеими руками надо. Левое плечо выше правого. До конца поворачивай. Ну а кто руки поднимет, Вячеслав? Ну, дальше ноги врозь сразу делай. Носки подлетают от меня вообще, прям к потолку. Ты руку должен сверху. Руку сверху и будет. Откуда руки опять сюда?
подхода. Я сказал, вообще 4 подхода. 2 подхода делаем с ровными ногами, 2 из группировки. Все, приступаем. Можно чередовать один так, один так. Можно делать 2 так, 2 так. По 30 раз 4 подхода. Сделай так, чтобы у тебя был треугольник. Вот две руки поставь и еще один угол найди, третий. Треугольник знаешь же, как выглядит? Вот так, да. Зачем сильно толкаешься? Тебе не надо вообще ногами толкаться. Нужно стоять на половине туловища, а ноги поднимать. Поднимай ноги. Ты толкаешься ими, их нужно поднять. Ярослава, тебя почему тянет к этой деревяшке-то? Тебе места мало. А ты что придумал? Так, вы сделали, да? А я еще так, нет. Доделываем чуть-чуть. Еще делай 5 раз. И хватит. Делаем круг назад. Встаем в стойку, прыгаем колени к груди. Груди. 3 подхода по 10 раз. Да. И назад. И сразу назад не останавливаем. Выше колени, Леша, груди. Колени, груди. Сколько раз? Сколько подходов? Ты ближе всех сидишь и не слышишь. 3 подхода по 10 раз. Леша, я говорю выше колени, да. Колени, груди, это не значит, нужно колени поднести к груди, а не наклоняться. А где у тебя прыжок колени к груди? Вставай, прыгай колени к груди. Прыгай! Велислава, кувыркнулась вперед, встала, прыгнула. Колени к груди. Встать надо на ровные ноги, Велислава. Прыгни и встать на ровные ноги. Сколько сделала? Сколько?
Ты сколько сделал? 3 по 10. Уже сделал? Сколько сделал? А еще сейчас накидаете, сейчас покачаемся потом. Тебе хватит и двух. Она отвлась. Быстрее. Теперь делаем перекат, лежа на спине. Перекатываемся. Делаем. Слышишь меня? Слышишь? Делаем склад, потом группировку, перекат. Склад и группировка, перекат. Делай складку, группировку, не перекатывайся, не касаясь не успел. Ногами и желательно корпусом. Титан пошел крыть. Леша, бери ноги. Гимнастика и растяжка. Два подхода по 20 раз на каждую ногу. В общем, 4 подхода. Сам. Смотри, вот эту вот вторую ногу. То есть, если ты прыгаешь, вот левая получается. Допел. Слава! Выше колено вот это. Прыгай. Субтитры
старайся выпрыгивать с ножки, носок натягивай. Йо-йо показать? Ну покажи. Ну-ка, покажи.